Итак, друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Последняя, я надеюсь, серия игрушки Far Cry 3, которая предоставлена магазином ipk.ru. Просто мы в клочья разнесли Хойта, всю его армию. Нас тут, правда, встретила не очень такая положительная, знаете, не очень положительный, не очень положительная картина. Видите, подожгли дом этого нашего бедного Нарика, докторишки. Вот он там весь помирает, короче. Теперь полетим с нашим братцем Райли на последнее рандеву. И это ничего такое ощущение, что эти, как его, воины Ракет, так называемые воины в кавычках, естественно, насобачить умудрились нам изрядно. Что-то я не понимаю, на самом деле. Так, стоп, нам куда? Нам туда. Музычка такая. Давайте сходим, проверим, что же тут нам такое. Цитра, мне кажется, что-то мутит. С Васовыми родственниками вообще, знаете, как и с Васом, лучше дел не иметь, да? Или нет? Не пойму. Что с моими друзьями? Я рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? Господи. Я помогаю тебе. Взгляни на себя. Большой, сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Чё ты мелешь вообще? Я люблю тебя, Джейсон, но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цитра! Уробишь, Цитра. Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь, и ты освободишься от прошлого. И тогда я твоя. Секаса, что ли? С ней будет. Так. Такая здесь тяжелая моральная дилемма. Цитра. Цитрус. Все больные на этом острове, я вот честно говорю. Вас, придурок, ходит дебил. Не, не ходит не дебил, он просто. Просто иди мистер зло. По пути воина. А этот вообще оборзел у нас тут, да? Зашаманило. Стоп, а если я развернусь и сюда пойду? Это если выбрать друзей. Нет? Нет, нет, здесь нельзя никуда идти. Все равно пойти. Куда-то надо. Мне говорили, что тут есть несколько концов, по-моему, две, да? Хорошая и плохая. Я не знаю, честно говоря, какая из них какая. Я не читал специально ни комментариев, чтобы не спойли. Ух, как интересно. Кинчаль. Круто, слушайте, смотрите, какая красота. Как пнуть бы тебя, скотина, блин. Да я и без вас-то, на самом деле, справлюсь. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Чё ты буробите вообще? Чё вы делаете? Что происходит? Больно. Сильный воин. Ты заслуживаешь последнее татау. Татау. Все они падут к твоим ногам. Так, мне надо идти, да? Идем. Последнее татау. Что же за последнее татау? И ты таскаешь все это оружие. И у тебя все эти жуткие тату. Ой, боюсь. Так вот. Мы все твои. Блин, даже не знаю. Это твой. Ты живешь в мире фантазии. Я все это сотру. Все это
Кого бы нам... Дойди до конца, иначе все, чего добился, все Татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Я хочу Секас. Ты уже готов, воин. Вот твой клинок. Спасибо. А чё так всё искрит? Чё так всё ярко? Нет, Джесс, прошу, прошу, прошу. Режь её, режь её! Стреляй! Режь! Встать на сторону Цитры, спасти друзей. Блин, а я даже не знаю, что здесь лучше нам выбрать-то, друзья мои. Интересно, а будет ли возможность посмотреть нам... Блин, я даже не знаю. Спасать буду друзей, ладно, я просто хороший человек. Я, конечно, Секас хотел бы. Почему ты уходишь? Ты больше не будешь воином и героем. Кто там базарит-то? Они разъедутся. У них будут дети, скучная жизнь. Останься, джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончено. Все. Хватит крови. Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной. Они тебе не нужны. Твоя сила в тебе самом. Джейсон, я люблю тебя. Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня. Спасла всех нас. И ты отвергаешь ее любовь? Молодец, что я тебе могу сказать. Нигер тупой. Господи, да что же вы дебилы такие, а? Я не понимаю, это какая концовка, хорошая или плохая, но Секас с Цикрой. Я люблю тебя. Блин, а жалко ведь её. Всё равно. Что-то я, походу, не то выбрал. Бросай меня. Друзья какие-то беспонтовые у тебя. Если будет такая возможность, сейчас попробую другую концовку выбрать, ребятки. А ты глупый негр. Иди топись. Что я наделал? Цитра! Цитра, пожалуйста! Не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет! Не бросай меня! Что, все, что ли? Да, музыка такая прям печальная. Что-то мне кажется, что я что-то не то сделал. Меня кто-то предупреждал, да, по поводу концовки. Но я, честно говоря, не вспомнил сейчас уже это все дело, ребята. Могу... только предполагать, что это хорошее. Или все? Я убил столько людей, что потерял счет. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Ну, я спокоен. Потрясающие у тебя какие душевные волны. Спокоен, где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее. Чё, все что ли на этом, да? Так, ребятки, пардон, у меня тут что-то... Я нажал на кнопку на какую-то, на Any Key, и меня выкинуло в главное меню. Титры, к сожалению, не удалось посмотреть, но под такую красивую картиночку, я думаю, я с вами сейчас поделюсь своим мнением быстренько. Выбрал я... концовку вроде бы правильную, хорошую, вот. Вторая концовка там, по-моему, Цитра там, Секас не может быть, вот. И, по-моему, там она убьет нас. Ну, посмотрите у кого-нибудь, не хочу я там это самое. У меня не получится ее вам показать, потому что у меня последний сейв, с которого можно перепройти игру, очень далеко находится. Только на том моменте, когда я на остров прибываю, на второй, поэтому мне сейчас очень лениво этим заниматься, переигрывать. Вот, ради... 5 минут, даже какой 5-3 минут там, чтобы вам показать.
Уж извиняйте. Так, ну что, что хочется сказать? Игрушка крута, друзья мои. Я стыжусь, то, что я ее не прошел, когда она вышла. В 2016 она же году, да, вышла? Или 2013? Не помню, ладно, не суть важно. 2019, по-моему. Как-то она мне в то время показалась не очень... Очень была большая, не очень хотелось мне погружаться в этот мир. К тому же коряво работала, вот. Да и это тоже, в принципе, коряво работает на сегодняшний день, там, не без проблем, скажем так. Но игра меня впечатлила очень. Она никак не связана с сюжетами с двумя предыдущими частями. Первую часть делали компания Crytek, по-моему, да, которые как раз за Crysis отвечают. Вот вторую уже делали Юбики, но вторая провалилась треском, а вот третья выстрелила. И я могу сказать, что это действительно одно из лучших приключений, которые я когда-либо испытывал. Ubisoft молодцы. Они в этом году, хоть эта игрушка уже старенькая, ну, относительно этого года, они в 2013 году вообще молодцы. И Assassin's Creed меня порадовали, и вот Far Cry даже захотелось поиграть. В игрушке прикольно практически все, кроме сбора всех этих нудных всяких там писем, реликвий. Ну, не люблю я очень этим заниматься, гриндом, это просто тошнит меня от него начинает. Очень, чтобы лишь подольше в игре побыть, неохота. Сюжетик так себе, конечно, я бы его назвал. Он интересен с точки зрения, как бы, знаете, отвлечься от обыденности собирания всяких травочек, убийства животных и захвата в блокпостов. Вот. Но концовка меня порадовала. Что полетали, постреляли, взрывали с этим, с нашим братцем Райли. Сразились с этим Хойтом не кисло так. Вообще, конечно, вот эти вот промежуточные всякие кат-сценки, в которых тоже нам дают иногда поучаствовать, давали. Знаете, произвели на меня впечатления. Очень яркие, запоминающиеся, красочные, динамичные. Даже не знаю, что еще сказать. Музыка неплохая в игре. Стрельба, динамика, экшен тоже на достаточно высоком уровне. Перки я все прокачал. Вот, ну, особо там полезного, конечно, не очень много, но зато вот мне понравились такие стелсовые фишки. Типа убивать там нескольких этих самых с прыжка там или еще чего-нибудь в этом роде. Вот. И так, правда, так мне не получилось перестрелять всех, убив одного товарища, выхватив мне пистолет. Ну, ничего страшного, ладно. Все могут попробовать, все уже давно игру прошли. Друзья мои, я снимаю шляпу, и не зря, я очень рад, что, кстати, вам нравится, по просмотрам, по лайкам, очень понравилось, как я в нее поиграл, понравилось вам, как именно я в нее поиграл, ну, стелсом у меня там получалось, ну, конечно, не без фейлов, но уж извиняйте. Все-таки это слепой летсплей был, вот, и плюс еще на хардкоре, мы все-таки хардкорщики с вами в какой-то степени являемся, да? Вот, но я даже не знаю, что еще здесь можно сказать, такого хорошего, вернее, даже плохого-то ничего сказать толком нельзя про эту игру. Единственное только, что немножко, правда говорю, напрягло, это очень долгое собирательство всего и вся, но это вот даже Assassin 4 тоже этим славился, потому что к этому, к тому моменту, когда ты все это дело сделаешь, уже, конечно, поднадоедать начинает. Вот, и концовочка, вот уже все вот эти битвы там с Хойтом, и я уже проходил, скорее бы пройти. Но, признаюсь, они, конечно, вознаграждают тебя за все твои старания, эта концовка. То есть она стоила того, чтобы пособирать, пооткрывать блокпосты, порастреливать. Даже иногда блокпосты, в принципе, порой интересно. Правда, потом уже где-то после середины игры они начинают повторяться в какой-то степени. Вот, но все равно. Игрушка разнообразна, богата на геймплейные, в общем, вкусности. Вот. Ну, вы все видели, что я буду вам говорить. Это какой-то, знаете, такой получается краткий пересказ. Просто лишь я делюсь своим мнением. Я не ожидал, что игрушка так мне понравится. Вот. Я, конечно, перепроходить ее вряд ли буду уже для себя в будущем, потому что я, в принципе, сполна ей насладился. Вот. Но, признаюсь, жду. Не то, что жду, а надеюсь, что Ubisoft что-нибудь в подобном ракурсе. Far Cry 4, там что-то я слышал уже от кого-то, что, возможно, они там начнут его разрабатывать уже на следующее поколение консолей и т.д. и т.п. Вот, я с удовольствием, естественно, конечно, прикоснусь. Хотя сюжет здесь вполне себе лаконично закончен. То есть он все отомстил, всех убил и убежал с друзьями. Вот, что, кстати, я думаю, я уверен даже, я правильно поступил в лице Джейсона Броди. Друзья мои, надо закругляться потихонечку на этом. Я очень надеюсь, что вам все равно
несмотря на все мои фейлы и отсутствие каких-то долгих вот именно гриндов, я не записывал просто эти все долгие однотипные задания по блокпостам, по охоте. Самые такие, знаете, значимые я вам показал. Уникальные шкуры с акул там и все такое. Все мы с вами собрали. Вот. Надеюсь, что вам понравилось то, как я поиграл. Вы, надеюсь, испытали такие же эмоции, смотря это прохождение. В общем, подпишитесь на канал, поставьте лайк и ждите новых прохождений, друзья мои. С вами был Фолиот, я прощаюсь на этом с вами. Большое пока!